Здравствуйте, друзья! Я рад вас приветствовать на канале Криптомир. Здесь вы узнаете о новых стартапах и самых перспективных ICO-проектах. В этом выпуске я хочу вас познакомить с проектом SwatchCoin. Ранее уже делал видео о этом проекте, и проект успешно развивается, поэтому созрела необходимость сделать еще один ролик, привлечь ваше внимание. Собственно говоря, проект привлекает внимание также и экспертов, которые высоко оценивают этот проект. Мы здесь видим оценки рейтинговых агентств, что говорит о высоком уровне оценки со стороны экспертов. Кроме того, проект собирает, успешно ведет продажу токенов. Стоимость, количество предлагаемых токенов постоянно уменьшается. Текущий бонус 12,5%. Через 3 дня он уменьшится до 10%. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь с проектом и принимайте участие в нем. Собственно говоря, о чем проект SwatchCoin. SwatchCoin имеет цель создать целую экосистему управления и переработки отходов. Мы все знаем, что на самом деле это очень большая проблема, и в том виде, которое существует сейчас отрасль переработки, транспортировки, там, деления отходов и переработки, это не может оно обеспечить или отвечать тем требованиям, которые на сегодняшний день уже предоставляются к этому сектору. То есть человечество потребляет большое количество продуктов, пользуется различными услугами, и все это оставляет после себя отходы. Их переработка, утилизация, это, опять же, транспортировка, сортировка – это большие трудоемкие процессы, которые требуют на самом деле действительно решений, и решений требуют они уже в самом ближайшем будущем. Они на самом деле необходимы, они должны были быть уже пересмотрены, переструктурированы еще вчера. И поэтому подобная платформа действительно более чем актуальна. Платформа SwatchCoin собирается создать, как я уже сказал, экосистему, которая сделает эти процессы более эффективными при помощи блокчейна, при помощи искусственного интеллекта, баз данных, при помощи интернета вещей и смарт-контрактов. Также за не последнюю роль будут играть, естественно, люди, которые будут вознаграждены за их правильную утилизацию отходов. То есть всем известное разделение отходов и их утилизация там, согласно сортировке. То есть люди, которые будут участвовать в этом процессе, будут вознаграждаться токенами Swatch. На самом деле платформа имеет большие шансы на успех, потому как действительно решает важную задачу и, собственно говоря, делает это очень хорошо. То есть идут строго в дорожной карте, у них совершенно понятная белая книга и дорожная карта, поэтому, пожалуйста, обратите внимание на этот проект и присоединяйтесь к нему. Давайте посмотрим, что нам хотят рассказать о себе разработчики, как они видят проект, что в целом они хотят нам донести своим выходом на рынок. Фонд SwatchCoin является некоммерческой организацией, основной задачей которой является интенсивно работать над перестройкой сектора управления отходами. Собственно говоря, это есть цель и идея. Выступая в качестве полного разработчика технологии и поставщика услуг в этой области, SwatchCoin сделает существующие отрасли управления отходами максимально эффективными и способными к тому, чтобы они стали технологически и более технологическими и справлялись с неизбежным кризисом по управлению отходами, с которыми сталкиваются на сегодняшний день все, в общем, все страны. Проект имеет большое количество партнеров, с ними можно также ознакомиться, с их перечнем ознакомиться на сайте, ведутся переговоры с крупными, в том числе крупными биржами, сейчас уже достигнуты переговоры, есть прогресс в переговорах с Банкором, Bittrue, Ezen и Token Store.
к особенностям проекта, в частности, к особенностям проекта можно отнести следующие основные моменты. Это, конечно же, токен. Токен будет наградой за ответственное удаление отходов и не только, но об этом чуть позже. Также будут внедрены технологии искусственного интеллекта, баз данных и интернета вещей, интегрированные с блокчейном. Это прозрачный и автономный механизм. Децентрализованная микро- и макро-реклама для физических лиц и организаций посредством SwatchBin. То есть специальные контейнеры, которые будут предназначены для правильного распределения и утилизации отходов. Исключительная платформа и системные модификации, основанные на региональной культуре и существующей инфраструктуре. То есть, естественно, под каждый рынок, под каждую культурную среду будут разрабатываться отдельные алгоритмы работы, и таким образом платформа будет иметь возможность быть принятой в каждой стране. Наибольший диапазон обрабатываемых продуктов, то есть, опять же, разработки и вот это вот распределение отходов будет приведет к тому, что при правильной сортировке, ну, всем известно, что при правильной сортировке совершенно понятно получить продукцию хорошего качества из переработанных отходов гораздо проще, нежели если эти отходы будут там как-то плохо переработаны, плохо сортированы или там не сортированы вообще. Легкая регистрация пользователей. Это, естественно, будет внутренний кошелек. Охват как сельских, так и городских районов с помощью отдельных моделей. Ну, естественно, то есть отходы в городе могут отличаться от отходов там, в сельском хозяйстве, то есть иметь какую-то свою специфику. И на это также будет сделан акцент. Ну и, конечно, продажа продукции в токенах, продукции за токены и за фиат. Кроме того, будет выпускаться продукция, которую можно будет приобрести со скидками, которую можно будет приобрести со скидками, продукцию, которая будет получена из, от переработки. В целом, к экосистеме, к, точнее, к, в описывая архитектуру проекта, можно выделить четыре основные направления. Это Swatch Wallet. Он относится к индивидуальному применению технологии Adaptive Intelligence для повышения эффективности операций, в частности при обработке отходов для получения желаемого результата путем создания интеллектуального оборудования. Swatch Wattle. Далее Swatch Data относится к индивидуальному применению Big Data, позволяющему интегрировать передовые методы и при транспортировке, сборе и распределении различных отходов, а также автоматизированное решение на основе исторического опыта. Swatch IoT, Swatch интернет вещей, относится к индивидуальному применению интернета вещей, чтобы обеспечить полный дистанционный доступ и контроль внутреннего и наружного оборудования для переработки отходов и таким образом обеспечить резкое повышение эффективности. И Swatch Bin относится к индивидуальным контейнерам и для сбора мусора и отходов, разработанным компанией SwatchCoin, имеющим различные функции, такие как, помимо прочего, автоматическая, помимо основных, это автоматическая открывающаяся и закрывающаяся крышка, база данных пользовательских идентификаторов, распределение вознаграждений в связи с этим, интегрированное разделение отходов и так далее. Пожалуйста, обратите внимание на вот эти моменты, отдельно о них стоит ознакомиться в белой книге проекта. Действительно, все выглядит очень, вот бросается в глаза сразу, да, вот приходит понимание того, что этот проект действительно хорошо продуман и глубоко. Совершенно понятно, что наиболее развитые страны производят большее количество
отходов, а вместе с тем там более-менее развитые страны не имеют возможности перерабатывать, утилизировать нужным образом то количество отходов, которое они, тем не менее, производят. Только учитывая даже только те страны, вот здесь вот приведен пример на сайте, где мы видим только вот те страны, которые показывают, сколько отходов, ну вот в количестве, какое количество отходов у них появляется ежегодно. Только зарегистрированные страны генерируют более миллиардов тонн ежегодно. То есть вот, даже вот эти вот перечень, то это более миллиард, более нескольких миллиардов тонн отходов ежегодно. Для образующихся отходов напрямую пропорциональна доля образующихся отходов напрямую пропорциональна темпам развития, указав, что в ближайшие годы рост экономики и рост развития будут очень быстро расти, соответственно, и будут расти количество, ну, увеличиваться и объем различного рода промышленных, бытовых и других отходов. Также показана система, каким образом будет работать система по переработке через платформу Swatch Coin, да, то есть люди получают токены за правильную утилизацию и применение, и утилизацию и сортировку отходов. Рабочая модель, также с ней более подробно можно ознакомиться на сайте. Распределение токенов указано, распределение средств в новости, очень много о проекте информации в интернете, то есть проект действительно обсуждается, привлекает внимание, имеет большое комьюнити, и это говорит о том, что люди совершенно, ну, точно понятная, да, вот проблема. Я уверен, что проект найдет поддержку еще большую, чем есть сейчас, и действительно сделает шаг для всех, шаг вперед, который будет идти к решению проблемы утилизации, переработки и распределению отходов. В белой книге все очень, вот опять же, мне очень понравилось грамотное описание, все детально описано, все шаги дорожной карты, то есть бросается в глаза именно понимание разработчиками того процесса, который реализовать они взялись. Да? Также на сайте сессия вопросов и ответов, где вы более детально получите информацию на интересующие вас вопросы. Тем не менее, если вопросы останутся после ознакомления с информацией на сайте или с белой книгой этого проекта, пожалуйста, обращайтесь в поддержку. Ссылки на сайт, белую книгу и все коммуникационные ресурсы вы найдете в описании к видео. Поэтому, пожалуйста, знакомьтесь и присоединяйтесь к этому проекту. Спасибо за просмотр моего видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока.